Вдохновлять, мотивировать, направлять, как призыв к действию. В свои 14 и старше ребята не только помогают другим, они задают темп жизни. Наша команда называется «Хайп», потому что мы сами по себе активные ребята, очень шумные. Мы, получается, также помогаем людям обрести хорошее настроение, также помогаем животным. Двигаться в ритме волонтерства значит меняться в лучшую сторону. Сначала я был замкнутый, боялся выходить на сцену. А сейчас я, когда хожу, уже целый год хожу, я уже стал более активным. Слетелись на общую встречу 17 добровольческих организаций, лучших по итогам работы за год. И раз уж так здорово совпало, юбилейный слет в год волонтера в России, поменялся и формат события. В чем отличие? В том, что будет все направлено на поиск механизмов развития добровольческого движения, мотивация к вовлечению самих ребят в добровольческое движение, мотивацию к их приходу в профессию, все-таки в сферу здравоохранения. И правда, желающих связать свою жизнь с медициной здесь немало. Ведь как в волонтерстве, так и в здравоохранении цель одна – протягивать руку помощи тем, кому она необходима. Хочу быть врачом. Ну да, я поступаю на врача. В этом году сдаю ЕГЭ и все. Это волонтерство повлияло? Нет, это я сама. Но мне кажется, что волонтерство живет во мне, если так можно сказать. На слете волонтерам даются базовые знания по программе Республиканского центра медпрофилактики «Я создаю здоровое общество». За 13 лет обучения прошло более 4000 добровольцев. Ксения Шабаева, Андрей Дармаев. Новости дня.